Франция, ОАЭ и Саудовская Аравия намерены построить в Казахстане крупные объекты ВИЭ. Компании из этих стран выступили с инициативой о заключении индивидуальных соглашений. Они, по словам главы профильного ведомства Булата Акчулакова, предлагают реализовать стоимость электроэнергии ниже текущих аукционных цен. К слову, по словам министра, объем инвестиций в озвученную выше сферу на сегодня превысил 1 триллион тенге. Теперь Казахстан намерен увеличить долю альтернативных источников энергии в энергобалансе страны в этом году до 4, а к 2025 году до 6%. Для достижения этих целей в течение 3 лет в республике планируется дополнительно ввести в эксплуатацию 48 объектов ВИЭ. В рамках принятия мер по достижению данного индикатора в ноябре текущего года планируется проведение аукционных торгов по проектам возобновляемых источников энергии суммарной мощностью 690 мегаватт. Проведение данных аукционных торгов будет обеспечено благодаря усиленным в текущем году мерам поддержки инвесторов в секторе возобновляемых источников энергии. Булат Акчулаков рассказал о внедрении новых системных мер в сфере. Это мероприятие по развитию на базе принципов ESG с применением технологий чистого угля, возобновляемой энергетики, современной газовой и атомной генерации и интеллектуальной системы Smart Grid. Все эти новшества предусмотрены концепцией развития электроэнергетической отрасли страны до 2035 года.